За свою историю Смоленск несколько раз спасал Россию. А теперь ему выпала честь спасти всех землян. Итак, по мотивам фильма «Армагеддон». Щекастый, это что за фигня? Мы спасаем землян. О, так вас уже трое? Кого? Красный Крест, ЮНЕСКО и Щекастый. Вообще-то мы решили показать Армагеддон. А чё вы так заморочились? Привезли бы фотографии Смоленска. Фотки ДК Смоленска, задний двор ДК, городскую свалку. Да что я вас вокруг этого ДК? Так это кто? Брюс Уиллис. О, я бы не доверял такому Уиллису. Такого не то, что на астероид, такого за пивом послать опасно. Кто из вас додумался показывать землян через клизму космоса? Через призму. Но вы пошли таким путем, что получается через... Черем. Что? А что это такое призма? Жигуль, я б тебе объяснил, да боюсь, не выгребешь. Да мы просто хотели раскрыть тему конкурса. Нет, то, что выполняете условия Александра Васильевича, это молодцы. Но фигней заниматься не надо. Это сейчас были две разные мысли. Короче, спускаемся с астероида на Землю и шутим про землян. Итак, сегодня мы будем говорить о землянах. А самый популярный вид спорта у землян – это футбол. И совсем недавно два известных российских футболиста решили вернуться из английских клубов и опять играть в России. Итак, аэропорт Лондона. Passengers Белилединов and Павлюченко, please proceed to your flight to Moscow. Целый тайм мы за год отыграли, ровно тайм. Да и тот на твоих. Раз в России футбол не подняли, то хотели понизить у них со скамьи. Запасных уезжаем, чтоб вернуться в родную страну. Может, с нами поедешь, Аршавин? Я сезончик еще посижу. Из клубов своих мы уходим бесследно. Зато для России мы стали бессмертны. Так молоды мы были, нам дорого платили. Сначала нас любили. Теперь ты в «Спартаке». Земляне с детства прививают своим детям любовь к музыке и отдают их учиться в музыкальные школы. Но иногда обучаться музыке хотят и такие люди. Зовите следующего. Следующий! Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Застряла как-то лосиха между двух деревьев. И собрался весь лес, чтобы ее... Так, стоп! Андрей, это что такое? Я просто хотел начать с юмора, чтобы как-то раскрепостить атмосферу. Значит, Андрей, вы планируете поступать в нашу музыкальную школу? Да. У вас слух есть? Мы же как-то ведем диалог. Хорошо, музыкальными инструментами владеете? Да, баян. Давай. Пожалуйста. А я милого узнаю по походке. А он носит брюки, а галифе, а шляпу он носит, а на панаму. Да хватит!
Вы что, еще и танцевать здесь собрались? Могу и танцевать, да. Вот диск. Ой. Да хватит, хватит! Вы в своем уме? Застрял. Бежит как-то ежик по травке и хохочет. Опять анекдот! Нет, это случай из жизни. Анекдот это застряла как-то лосиха между двух дверей. Так, стоп! Идите вон! Дайте мне последний шанс, пожалуйста. Хорошо, у вас 30 секунд. Песня? Можно матерную? Нет! Тогда стихи. Никаких стихов, уходите! Слушайте, я не знаю, каждый год одно и то же происходит. Непонятные люди приходят. Можно вопрос? Давайте. Что именно не так было в моем выступлении? Может быть, песня не та или упор на пластику? До свидания! Идите вон! А землянами нас чаще всего называют инопланетяне. А еще инопланетяне иногда похищают людей, чтобы получше их изучить. Итак, представьте, инопланетяне похитили не самый лучший образец. Блин, Алифа. Охренел? По глазам вижу, охренел. Так вот, если вы на нас нападете, вам хана. Ты знаешь, что русский офицер спецназа способен задержать дыхание под водой на 2 часа? Уруру. Не веришь? Уруру. Короче, вот так 2 часа. Мужики, ну вы же мужики? Не, ну просто если ты баба, ты так в девках и останешься. Это... Не, ну, друг, у тебя, конечно, урод. А, да. Не-не-не, это икота. Жена вспоминает, позвонить надо. Алло, Зин, меня инопланетяне похитили. Да, пьяный. Ну, прикинь, так совпало. А, бабы! Это, а, там, где клен шумит над речной волной, ну, говорили мы о любви с тобой. Не, ну классные мужики, классные. И ты, урод, классный. Жалко, а вас рассказать никому нельзя. Потому что второй раз психушку я не лягу.
в конце. Что хотела сказать в конце. Первым из землян в космос полетел смолянин Юрий Алексеевич Гагарин. Это мы все к чему. Если в этом сезоне Смоленск и намерен кого-то пропустить вперед, то это будет максимум две собачки. Белка и Стрелка.